26 октября на базе Крымского федерального университета работала секция «Молодежная дипломатия. Перспективы направления развития в рамках Евразийского содружества». Мероприятие вошло в программу ежегодной конференции «Крым в современном международном контексте». А то, что сегодня мы посвящаем день международному, молодежному измерению общественной дипломатии, это, я думаю, еще важнее, потому что роль молодежи, роль молодежных связей в укреплении международных позиций Крыма трудно переоценить. Открыл встречу исполняющий обязанности ректора Крымского федерального университета Андрей Фалалеев. Он отметил, что такие мероприятия важны для молодежи, так как это позволит им понять процессы, происходящие в мире, и научиться ими управлять. Такие конференции, да, призваны, во-первых, обрисовать им картину мира более четко, более ясно, прорисовать их перспективы, они должны их увидеть и должны научиться выстраивать свое будущее в условиях действительно неопределенности и рисков. На встрече присутствовали представители политических, академических, экспертных кругов, видные общественные деятели из различных государств, а также студенты Крымского федерального университета. Основными задачами мероприятия стали поиск ответов на современные вызовы, стоящие перед Россией и Крымом, а также вовлечение молодежи в процессы, которые происходят в стране. Крымская молодежь всегда занимала активную позицию, в том числе в период Крымской весны. Сегодня крымчане – это пример того, как действуют молодежные организации, студенческие организации по укреплению содружества и сотрудничества с различными странами мира. Участники мероприятия рассмотрели возможности расширения масштабов молодежной и народной дипломатии. Ольга Якименко, Михаил Погомий, пресс-служба Крымского федерального университета.